Из турне по северным городам нашей страны Анатолий Пахомов вернулся с хорошими новостями. Сочи пользуется спросом у россиян, а это значит, что в предстоящем курортном сезоне стоит ожидать большого количества гостей. К их приезду город готовится активно. Особое внимание уделяется городской среде и культурной программе. Так откроют летний сезон, как и в прошлом году, карнавальное шествие. В прошлом году мы делали репетицию, сделали хорошо. Неожиданно даже хорошо. Вот. Но это не карнавал. В России пока еще нет такого карнавала, к которому мы должны стремиться. То есть карнавал – это состояние души. В новый сезон с карнавалета. Такое название решили дать красочному шествию в этом году. В нем будут задействованы представители разных сфер жизни города – культуры, здравоохранения, спорта, торговли, санаторно-курортной отрасли. Все они пойдут в колоннах, в каждой из которых будут передвижные платформы, как минимум по 80 человек. Участники карнавала должны подготовить костюмы на заданные тематики. Их на этот раз три – кинематограф, Сочи, город-курорт и ночные огни. Мы совершенно особенная курортная столица, где действительно умение проводить мероприятия, умение создавать атмосферу, умение создавать праздничную атмосферу города – это действительно то, что отличает сегодня наш курорт. Поэтому в этом году трендом нашего карнавала будет обязательное присутствие на нем в карнавальном костюме. Важно, отметил глава курорта, чтобы в организации карнавала приняли активное участие ТОСы и национальные общины. Кстати, для последних красочное шествие – отличная возможность представить свою самобытность. Кроме того, для тех, кто обзавелся карнавальным костюмом, городские власти подготовили конкурс. В общем, делается все, чтобы карнавал стал любимой традицией не только для туристов, но и для горожан. А горожане, как костяк этого мероприятия, тоже поддерживающие вот этот высокий градус хорошего, позитивного, улыбчивого, очень дружелюбного мира, мне кажется, это очень важно говорить и уже начать в коллективах работать над этим, чтобы правильно акцентировать гостеприимство нашего города. Карнавалета состоится в последнюю субботу мая, 28 числа. Костюмированное шествие проследует от Зимнего театра по Курортному проспекту до Южного мола. Помимо этого, в день открытия летнего сезона будет работать несколько площадок активности. Праздника хватит буквально весь город. Мероприятия пройдут в парках, на улицах, аллеях и скверах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.